Мама, а ты знаешь, Джейлан и Коркут познакомились в Германии. Не успели познакомиться, как он тут же все бросил и через пару дней примчался сюда? Что за любовь? Нет. Между нами ничего нет. То есть, мы просто знакомы. Обычные знакомые. Приятного аппетита. Спасибо. Джейлан, посиди со мной. Присядь. Ты права. Я иногда бываю эгоистом. Немножко. Это же не так ужасно. Я знаю, ты все равно меня любишь. Знаю, что да. Толга, пожалуйста, давай расстанемся хорошими друзьями. Расстанемся? Что ты такое говоришь? Сегодня мой последний рабочий день. Я так не могу. Я уволюсь. Мама сказала, что поговорила с тобой и даже убедила. Да, мы поговорили. Но я... Толга? Но как я выгляжу? Мама, Джейлан опять завела разговор об увольнении. Ее тоже можно понять. Может, между ними что-то произошло, и поэтому ей неприятно видеть его каждый день. Нет, госпожа Гунуль, вы ошибаетесь. Джейлан, о чем мы с тобой говорили? Вы правы, госпожа Гунуль. Мне этот парень не нравится. Уволь его. Мама, как ты можешь так говорить, совсем не зная его? Он просто немного замкнутый. Толга, послушай свою мать. Он какой-то странный. В Германии река больше. Возвращайся в Германию, если ты так скучаешь. И тебе будет легче, и мне. Всем будет хорошо. Я и так уеду, не волнуйся. Уеду далеко-далеко. Чтобы никогда оттуда не возвращаться. Слушаю, Толга. Вы закончили? Вы пока заказываете, мы сейчас подойдем. Как насчет перекусить, пока вы еще здесь, господин? Раз уж ты все равно у нас проездом, мы не можем оставить гостя голодным, не так ли? Пойдемте, Ваше Величество. У тебя есть деньги на билет? Если хочешь, я могу с этим помочь.
Госпожа Гунуль намерена уволить тебя. Наверное, так будет лучше. К тому же, ты и без этого собираешься уехать. Наконец, ты понял, что не стоит рассчитывать на мою взаимность. Я имею в виду, в жизни не все так получается, как мы хотим. Некоторые вещи остаются недосягаемыми. То, чего ты недостоин... Нет, я не говорю, что ты меня недостоин, но... Я знаю все это из собственного опыта. Насильно мил не будешь, потому что потом самому будет плохо. Лучше отдалиться, пока чувства не загорелись по-настоящему. Как хорошо, что ты можешь уехать в Германию. Если бы я могла куда-нибудь уехать, я бы точно уехала. Кому я все это рассказываю? Ты куда? Стой, подожди меня! Подожди! Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.